Сама эта серия, на мой взгляд, вне всяких сомнений, несет в себе такой мощный просветительский импульс, а ее публикация соответствует духу времени и как никогда актуальна сегодня. Цель этого масштабного проекта состоит в ознакомлении россиян и шире русскоязычной читательской аудитории за пределами России с трудами видных теоретиков и мыслителей Дарлислама, как нового, так и новейшего времени, то есть произведениями идеологов, которые формировали его духовный ландшафт и внесли весомый вклад в развитие исламской общественной мысли. Интенсивные обсуждения терминов «таджид» и «ислах» велись в последние века, в частности, в XIX-XX веках. Так, с определенного периода исламский мир начал отставать от стран Запада в развитии военной, экономической и научно-технологической сфер. В результате большинство мусульманских стран превратились в вассалов Запада. Это обстоятельство привело к тому, что мусульманские мыслители начали определенно размышлять о причинах отставания. Со второй половины XX века феномен религиозного обновления получил новое развитие. Такие вопросы, как историчность религиозных текстов, религия и модернизм, а теперь религия и постмодернизм, сущность религиозных практик, отражение стороны Корана исторической реальности, универсальность исламского права приобрели актуальность. Публикации книг, содержащих мысли самых выдающихся представителей исламской реформаторской мысли за последние 3 века, серии книг в рамках совместного проекта Центра исламской исследований Санкт-Петербургского государственного университета и Московского исламского института, являются достойным всяческого одобрения шагом. Уверен, что этот проект прольет свет на многие упомянутые вопросы. Эта серия замечательная. Замечательная, потому что она показывает мусульманскую мысль в разнообразии. В разнообразии это важно показать, потому что существуют стереотипы, согласно которым религии, в частности, учения ислама рассматривается как нечто устойчивое, неизменное. Ну, а если неизменное, то это становится и в какой-то степени мертвым. На самом деле эта традиция живая. Она живет и развивается. И вот эта серия является подтверждением того, что эта традиция жива. Символично, что эта серия теперь начала издаваться накануне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии. Планируется проведение целого ряда крупных мероприятий по этому поводу, и, безусловно, к этой дате очень важно иметь изданные классические труды по исламскому богословию. Это очень символично, это очень важно. И, безусловно, это послужит тем фундаментом, на котором будет базироваться дальнейшее развитие отечественного исламского богословия. Это огромный, колоссальный труд, не только по переводу, но и вместе с тем подбору, осмыслению этой литературы из огромного количества книг наших мусульманских братьев в самых различных странах мира. И вот из этой огромной палитры книг на сегодняшний день выбраны наиболее серьезные и глубокие, которые станут основой для осмысления, прежде всего, конечно, в учебных образовательных учреждениях. Сегодня тоже у нас в Узбекистане мы, ну не заново, а вновь обратили свое внимание к изучению просветительскими, к изучению джадидизма. Я хочу отметить, что сегодня у нас в Узбекистане, в частности в нашей академии, изучаются труды, изданные в арабских странах, в европейских странах и, в частности, в России. Я предлагаю вот такое сотрудничество в дальнейшем между нашей академией, между Московским исламским институтом, Санкт-Петербургским институтом или это Казанским исламским
институтом. Вот чтобы мы проводили вот такие совместные мероприятия. Эта серия имеет огромное значение вообще не только для гуманитарной науки и не только для мусульман. Она имеет огромное значение вообще для людей, для россиян, для взаимопонимания между людьми различных конфессий, различных толков и в исламе, между христианством и исламом. Она имеет большое значение для понимания того, что несет исламская религия нашему обществу, что исламская религия не просто сделала в истории, а что она сделала в последние десятилетия, когда и в 19-20 веках, в начале 21 века, когда обновленцы, муджаддиды, те самые муслихун, которые совершили, можно сказать, чудо, обновили и продолжают обновлять религию, какой вклад они внесли в сокровищницу нашей российской мысли. Мысли, в развитии которой принимают участие все конфессии, все люди, все народы. И я считаю, что вот перевести такое количество книг, издать их так великолепно, это просто научный и публикационный подвиг, который нужен нам всем.